Господин Сурасак, бизнесмен из Гонконга. Каждое утро в 7 часов выходил на прогулку по берегу. К 8:00 возвращался на завтрак. О нахождении трупа сообщили в 7:21. Чем занимался? Скупал недвижимость. Имеет гостиничный бизнес. В общем, уважаемый деловой человек. Слушай, зря ты все. Надо было дома просто пельмени отварить. Да ну какие пельмени? Мне, можно сказать, друг с того света вернулся. Это пельмени, пельмени. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Выпить что-нибудь желаете? Воды. А вы? Все, это завязал. У меня тоже воды. Хорошо. Подробности знают только 3 человека. Ты, этот Юрочка, фотограф наш, вымогатель. Ну и я. Тебе, понятное дело, твоя смерть никоим образом не нужна. Ему какая выгода? Ну, у него была эта бабка, может, он хотел, чтобы она потонула. Там, помнишь, ее квартиры какие-то, домик. Но зачем ему тебя убивать, мне это совершенно непонятно. Моя выгода, сам понимаешь. Кстати, а ты знаешь тех людей, которые покупали путевки для наших путешествий? Откуда? Все же через Юрочку оформлялось. Это плохо. Юрочка нам теперь не помощник. Чего это? Мне Рясин рассказал, что он покончил жизнь самоубийством, спрыгнул с 9-го этажа. Да ладно. Круто. Круто, круто, да. Теперь нам самим придется раскручивать всю эту цепочку. ФСБшников не получилось, а у нас с тобой получится. Ну, у нас получится. Ты завтра с утра поедешь в офис и постараешься выяснить, как там Нелли. Ну, как у нее дела, и я очень боюсь за нее и за Сашу. Я боюсь, что им угрожает опасность. Уж конечно. Что-нибудь выбрали? А пельмени есть у вас? Нет. Пельмени нет. Вот. Это заказ ужина в номер. Это химчистка. Это заказ такси. Куда? Секундочку. На вертолетную площадку аэродрома. Вахтанг – это помощник Вероники. Таксистом сейчас устроился в гостиницу. Сенатор. Отсидеться хочет до суда. Сколько ему за растрату есть? 2 года светит. Ну, может, условно дадут. А вот за убийство 12 человек, тут, знаешь, посерьезней. Здесь пожизненно пахнет. Вот такой аргумент. Где я поставил-то? Второй месяц стоит. Снеговик. Здравствуйте, начальник. Это следователь. Он хочет узнать о рейсе, заказанном господином Сурасаком 2 дня назад. Вы помните этот рейс? Конечно, помню. Куда летал вертолет? Не знаю. Частный заказ, морская прогулка, наверное. А кто выполнял этот полет? Летчик Наварат. Как с ним пообщаться? Нам сегодня сообщили, летчик Наварат погиб утром. Его сбила машина.
Ира! Подожди. Заявился? Пусти. Да. Некогда было. Работа, новый проект. Конечно, куда там нам до вас? У нас за душой счета за электричество. Да перестань ты, не сходи с ума. Да больно нужно. У меня таких, как ты, Ген. Сотни и маленькая тележка, понимаешь? Но у меня были такие жизненные обстоятельства. Ген, скажи, что тебе от меня нужно? Мне очень нужны новые координаты Нелли. Ее адрес. Может, телефон ее новый знаешь? И все? Это тебе за новые проекты. Знаешь, я твою Нелли видела всего лишь один раз. После того, как следователь приходил в наш офис, ее как ветром сдуло. Ты за это ответишь. Пока ты не скажешь, где клад, Чуньё, тебе придется сильно страдать. Но все в твоих руках. Одно твое слово, и все закончится. Только скажи, где ты зарыл сокровище. Георгиевич, здрасте. Тихо, 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 не дергайся. А то я испугаюсь и на курок нажму. А вы кто? Кирилл, смотри. Я тот, кто поможет вам остаться в живых. В смысле? В прямом. Сейчас спокойненько нажимаешь на педаль газа и двигаешься по направлению прямо, понял? Чего ты хочешь, в конце концов? Тихо. Привет тебе передать. От Вероники Андреевой. Начальница твоя бывшая, помнишь такую? Ну, поехали, поехали. Какой привет, о чем? Она же погибла в круизе. Она жива и здорова и готова дать показания против тебя. А я, в свою очередь, все знаю от туристической компании «Счастливый путь», где ты и билетики приобретал. И об истинных намерениях клиентов этой компании я тоже все знаю. Да куда ты, стой! Давай договоримся! Извините. Вахтанг Георгиевич, ну ты сам подумай. Но за то, что ты грант государственный растранжирил, тебе дадут условно. За покушение на убийство Вероники сядешь реально и надолго. А я тебе помочь могу. Ты мне расскажешь все, что ты знаешь, а я тебе следствию ничего. Гарантий. Вот у меня в кармане телефон следователя ФСБ Рясина. Если бы я хотел, чтобы они что-то знали, мы бы с тобой сейчас в догонялки не играли. Но... А, это вы звонили. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Да. Проходите, проходите. Мы вообще-то... Район у нас хороший, тихий, соседи нормальные.
Ну, а дальше сами смотрите. Здесь все как в объявлении у риэлтора. Планировка хорошая. Вот ванная, туалет. Кухня большая, просторная. Потолки высокие, таких домов уже не строят. Я бы не продавала, но у меня дочь на выданье, понимаете. Проходите. Слушай, неплохая квартира. Может, возьмем? Мы вообще-то из милиции, Нина Павловна. Что? Капитан Андреев и тоже капитан. Геннадьев. Да. Так вот, нами арестован бывший директор туристического агентства «Счастливый путь» Хлынов Юрий Алексеевич. Он уже во всем сознался и дает показания. Он нам рассказал, что весь этот круиз, в который вы отправили своего мужа и его дочь, был организован специально для клиентов, которые хотели избавиться от своих родных и близких. Но при этом никому не нужных людей. Мы, Нина Павловна, завели уголовное дело, и поэтому нам надо бы задать вам пару вопросов. С нами проедете или здесь на месте пообщаемся? Здесь. Пишите, пожалуйста, вот здесь. Вот здесь. Спасибо. В 2 часа в банк деньги перечислите. Вот это вот стоимость путевки специально для вас. А гарантии? Да никаких гарантий. Шутка. Вы доллары принимаете? Ну да, по курсу Центрального банка. Надо же. Может, вы еще и товарный чек мне выпишете? Ну, конечно, вы же отправляете мужа с дочкой в обыкновенное путешествие. За эти деньги можно в космос улететь. Дешевле только страховой полис или опт? В каком смысле опт? Найдете еще желающих отправиться в наше увлекательнейшее путешествие. Получите максимальную скидку. Я не желала им ничего плохого. Я не знала. Успокойтесь. Я спрашивала вот Юрия этого, Алексеевича. Он мне обещал. Он говорил, что это абсолютно безопасно, что они там как на курорте 3 года. Откуда вы узнали о круизе? Так и честно. От моей постоянной клиентки, Аллочки Жуковой. Адрес знаете ее? Там улица Липецкая, дом 5, квартира 16. Если у нас возникнут какие-то вопросы, мы вас позовем. Послушайте, а может, все-таки вы к нам приедете? Квартиру пока не продавайте до окончания следствия. Ясно? Конечно, конечно, я понимаю. Кстати, вещи вашего мужа нам тоже могут понадобиться. До свидания. Знаешь, что я думаю? Мы же здесь все из-за чего-то. Ну, то есть за что-то. Кому-то помешали. Лидия Алексеевна, она же никому не помешала. Может, она здесь для чего-то? Па. А? Ты по жене своей очень скучаешь? Катя, давай не будем об этом, ладно? Здесь! Пам-пам! Пам! А у Пашки завтра день рождения. Да? Катя! Иди, я тебя научу!
Вадим Анатольевич? Да. А что если на материке шторм или погода нелетная? Да не, вряд ли. Главное, чтобы они нигде не сломались и не дрейфовали. Ты как? Скучаешь по родителям? Ну, других же не будет. Ну да. Первый корпус. Вот третий. Да вон, я сейчас спрошу. Извини, не подскажешь, где второй корпус? Вот этот вот. Ага, спасибо. Андрюх, здесь. Мужики, помогите тумбочку снять, а? Да не вопрос. Только осторожней, ух, не поцарапайте, а то жена мне голову оторвет. Жуков. Жуков. А вы откуда знаете? На отца-то похож, на своего. Давай. Вы что, его знали? Почему знал? Знаю. Мы с ним вместе в круизе были. Живы твои родители. Ну, вообще все спаслись. А где они? Почему не приехали? Ну, сейчас они на острове, недалеко от места, где кораблекрушение произошло. Скоро будут в Москве. Кто тебе эту турфирму посоветовал? Кто посоветовал? Ну, круиз кто заказывал? Галочка все оформляла. Я вот тут думала про твоих родителей. Ал, обсудили уже. Если для них сейчас квартиру снимать, от многого придется отказаться. Пусть пока у нас поживут, а? Пусть. Скажи, они у тебя за границей были? Ты что, шутишь? Для них Москва за границей. Мне тут парикмахерша сказала, что отправляет своих в круиз по Тихому океану. Может, и наших туда? Дорого, наверное. Так давай из денег на шубу возьмем. На шубу я потом себе куплю. Ты что, шутишь? Нет. Ну, просто я люблю вас, Жуковых. Да ладно, серьезно? Вася, эти недоделанные игрушки все обои в прихожей ободрали. Кстати, вы тоже можете поаккуратнее? Жена твоя? Алла, родители живы. Этот круиз, в который она отправила ваших родителей, был подставной. Всех участников этого круиза должны были высадить на необитаемый остров на 3 года. И она об этом прекрасно знала. Правильно он говорит? Да что вы такое говорите? Да правду, правду, к сожалению. Да что, я хотела, чтобы они погибли? Да я просто, ну чтобы пожить для себя, ну вернее, для нас с тобой, понимаешь? Давай, давай, друзья, быстро, быстро, быстро! Кто тебе сказал про круиз, отвечай! Да я не знаю ничего! Что ты не знаешь, я его выпущу сейчас! Нет, подождите! Андрюх, давай, открывай! Ага. Пожалуйста, я вас очень прошу, только мужу не говорите, у меня есть друг, вернее, был. Любовник? Нет, бойфренд, Юра Хлымов. Понимаете, я не знаю, чем он занимается, он сказал, что они поедут всего на 3 годика туда, и все. Но они сами виноваты, достали меня своими банками, склянками. Всего, блин. Тихо! Иди в дом! Ну все, 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 все! Ушла! Все! Открываем.
Успокоился? Да, успокоился. Давай. Тихо. Нормально, все. Все живы. Все. Да все, все, успокоился я. Что мне теперь делать, мужики, а? Ну, это ты уж сам решай. Стой! Давай назад все грузи. И то, что в квартиру тоже занесли, давай назад. Передумал я. Не нужен мне этот гарнитур. Вот это правильно. Тонизирует. Сосуды очищает. Для зрения полезно. Он в плечо ранен. Здорово, Петрович. Ну как ты? Живой, спасибо. Как Усов принес? Витаминов? Целая таблица. А войну вообще как физраствор использовали. Вот. Ну ты давай. Поправляйся. Ты нам еще пригодишься. Ну, в смысле, стороне. Савелий Тимофеевич. Предвыборную кампанию начинаете, Савелий Тимофеевич. Шутишь? Значит, выздоравливаешь. Давай, будь здоров. Слушай, интересно. Вроде такая простая вещь, пельмень. Ну что, это кусочек мяса и тесто. А какой путь человек прошел, чтобы этот пельмень сделать? Он поле засеял. Он пшеницу потом собрал. Урожай. Муку сделал. Скотину вырастил. Ну ты закончишь? Ну да. Я просто нашел. Тут расписали спектакль «Волжанский». «Волжанская». Если у них вечером спектакль, значит, утром репетиция. С утра и пойдем. Да посмотри на них, а. На фотографиях. Милые люди, актеры, сволочи. Хотели от своего больного сына избавиться. Ну, кстати, он не больной совсем. Да ладно? Да, он прикидывался. Что, серьезно, что ли? Ну, родители достали. Ничего себе. Дает парень. Ну, завтра мы этим родителям в глаза и посмотрим. Да нет, на самом деле, у них мотивации не было. Сына утопить. Были с нянькой. Мне, знаешь, интересует одно. Как они про круиз про наш узнали? Вот это вот основной вопрос. А, кстати, как мы к ним за кулисы-то проберемся? Тоже нашел проблему. Есть способ, проверенный годами. Какой? Ну, завтра узнаешь. Ну-ка, рюмочек подай. Зачем? Мы, может, выпьем под пельмешки. Все, Андрюх, давай спать. Рублюсь уже. Ну, а что этот наш друг-следователь может еще знать про фирму, а? Ну, что он может знать? Про нас он точно не догадывается. Иначе бы лежали он с тобой на нарах уже. Турфирмы нет, гендиректора ее больше тоже нет. Так что вряд ли он что-то догадывается. Но все равно спящего тигра за усы трогать не стоит. Да позвоним ему, когда уж совсем край будет. Совсем край? Ну ты гендаешь, совсем край.
А сейчас что? Ты что делаешь-то, а? Ты что делаешь-то? Ты что делаешь-то? И так весь день потеряли. Где Нелли с сыном неизвестно. Ты завязывай с этим, понял? Завязывай. Да с Нелли с твоей все в порядке, я тебя уверяю. Видел бы ты, когда на компанию забирала и сотрудников наших увольняла. Может, ей угрожали? Конечно, угрожали. Бедная несчастная девочка. Кто? Кто? Третьи силы кто? Кто нас с тобой двинул, тот и угрожал. Да нашлась мужика. 100%. Вот и все. Гена. Что Гена? Ген. Я, что ли, с тобой по телефону не хочу разговаривать? Или, может, я остров пытался продать, и компанию твою тоже я забрал? Танка это точно не мог. Жена картографа тем более не могла. Аллочка Жукова. Да нет, злодейку не тянет. Хотя сучка еще та. Да такая же, как мы с тобой. Все упирается в этого покойного Юрия Алексеевича. В Юрочку этого. Ладно, что гонять, давай. Спать ложимся. Давай, давай. Отдыхать тоже надо. Ты с ума сошел, Тхе? Я же просил не звонить мне в участок. Я разберусь. Уже скоро. Послушай меня, Тхе. Договоримся так. В случае чего, я вас не знаю. Соответственно, вы меня тоже. Да, конечно, конечно. Здесь снимите верхнюю одежду. А что у вас в газете-то? Не могли официально договориться, а? Да, у нас газета такая желтая. Не очень-то ее жалуют. А, сейчас. А я про скандалы люблю. Ну, держите. Идешь. Внимание! Задувать! Побежали. Ну, из какого перепугу я выскакиваю сюда, как чертовости? Ох, Константин Елизарович. Ну, поймите, это кульминация всего спектакля. Да, и место и артиста это... на авансцене в центре. Ну, говорить этот текст нужно. С того места, куда я пришел по мизансцене. Это логично. Вам со и народ виднее. Будешь найти в заборчик, как обычно, а вот так вот клинышком, понимаешь? Мне виднее из зрительного зала, понимаете как? Это совсем другая картина вырисовывается. Юра! Тут световая... Юра! Тут... Это текст! Я здесь говорить не буду. Константин Все! Елизарович! Все! Константин, вернитесь! Премьера завтра. А вы кто? Уйдите вообще. Ушли быстро! Константин Елизарович, простите, пожалуйста, мы из газеты и хотим бы взять у вас интервью. Из какой? Из газеты.ру? Культурный вестник. Да. Ну,
Я вас внимательно слушаю. Вообще-то мы не журналисты. Но большие поклонники вашего таланта. Ребята, у вас с мозгами все нормально? Мы по поводу вашего сына. Валите отсюда! Я с вашим сыном был в круизе. Простите, ради бога. Ну послушайте! Дверь закрой! Так что же вы пришли мне сообщить подробности обстоятельств смерти? Личные вещи передать? Соболезнования выразить? Мы знаем, что этот круиз был тщательно спланирован и организован. Что это вы считаете, что я собственного сына угробил, да? Да это было специально организовано для того, чтобы избавиться от своих родственников. И вы прекрасно об этом знали. Но также мы знаем, что вы смерти сыну не хотели. От кого вы узнали о круизе? Да что вы мне душу рвете? В убийстве они меня, понимаешь, обвиняют. Да он живой, живой. Ну, премьера же завтра, премьера. Я ради него, я думал, он поедет отдохнет, он к себе придет. Да что, он погиб, я себя никогда не прощу. Живой, Машка, живой. Это же Артур, живой. Пожалуйста, не лезьте, что вы делаете? Дайте нам поговорить, не надо. Театрная штука жестокая. Ну, ничего. У меня здесь в запасе всего хватает. Столько, что на целый травмпункт хватит. Дерутся часто. Я же вам говорил, у него сын погиб, с женой разводится. Он даже те спектакли, где они вместе на сцене, и те отменили пока. А где, кстати, жена-то его живет? Вы не знаете? Андрю. Мало тебе от него досталось, да? Yeah.
Так следует поступать со всеми непокорными. Чего-то нет никого до сих пор. Всему свое время. Да и всем свое время. Это ясно. Ты прав. У всех на Земле свой срок. И никому не дано право лишать жизни другого. Ты... никогда никого больше не убьешь. Откуда вы это? Пилами по воде писано. Останешься? В другой раз. Жить в Австралию. Когда умер, оставил мне наследство, а им ничего. Привет. Я принес тебе вещи. Отсюда уходить, здесь небезопасно. А что может случиться в больнице? Тут же кругом охрана. Поверь мне, может. Я купил тебе билеты в Сидней. Я без тебя никуда не поеду. Держи, это билет. Паспорт. А это тебе на первое время, пока не разберешься. Код очень простой. 12,
31. Новый год. Когда ты приедешь? Скоро. Yeah.